В эфире еженедельная программа «Закон и город» в студии Елена Ветрова. Здравствуйте. В Каменском районе Ростовской области задержана семейная чета, которая занималась изготовлением и распространением наркотиков. Во время обыска полицейскими было обнаружено более 15 килограммов мефедрона. Сейчас муж и жена находятся под стражей. Напомню, что за совершение подобного рода преступления задержанным грозит срок от 10 до 20 лет лишения свободы. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 3-го отдела управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Ростовской области при участии сотрудников Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по месту проживания задержали супругов, 32-летнюю женщину и 41-летнего мужчину, подозреваемых в изготовлении наркотиков для последующего сбыта путем тайников закладок на территории Ростовской области. Как выяснили полицейские, злоумышленники для производства синтетических наркотиков специально оборудовали помещение на территории своего садового участка в Каменском сельском районе. В ходе обыска изъяты прекурсоры – около 400 литров, необходимые ингредиенты, упаковочные материалы, лабораторное оборудование, технические средства, противогазы, средства индивидуальной защиты, а также готовое наркотическое средство – мефедрон массой более 15 килограммов. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228 примечания 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На что рассчитывала женщина, которая белым днем зашла в ювелирный магазин и совершила там грабеж, остается загадкой. Очевидно одно, что сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Подробности в материале моих коллег Василия Горина и Валерии Фокиной. В отдел полиции номер 1 управления МВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о грабеже. Потерпевшая сообщила, что из ювелирного магазина, где она работает продавцом, похитили золотую цепочку стоимостью около 220 тысяч рублей. Сотрудники отдела уголовного розыска установили и задержали 33-летнюю ростовчанку. Оперативники выяснили, что злоумышленница зашла в ювелирный магазин и сразу попросила продавца показать ей понравившийся товар. Как только продавец достала украшение, она выхватила его из рук и убежала. В этот же день злоумышленница сдала награбленное в ломбард, а деньгами распорядилась по собственному усмотрению. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В первый день зимы под Ростовом произошло страшное ДТП, которое унесло жизни 3 человек. В этой жуткой аварии, в результате которой от автомобиля осталась лишь груда искореженного металла, наряду со взрослыми погибла и девочка, которой едва исполнился годик. Кто виноват и что послужило причиной этой трагедии, сейчас выясняют правоохранители. На 3-м километре автодороги «Северный обход» города Ростова-на-Дону, по предварительным данным, водитель автомобиля Range Rover, завершая маневр обгона, допустил касательное столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Hyundai Accent и лобовое столкновение с движущимся также во встречном направлении автомобилем VAZ. По предварительным данным, в результате ДТП погибло 3 человека – водитель и 2 пассажира, один из которых несовершеннолетний. Травмы различной степени тяжести получил еще один пассажир. Следственным подразделением ОМВД России по Аксайскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». 22 ноября 2021 года в 17 часов 40 минут в городе Ростове-на-Дону на улице Виталия Ходышева, дом 15, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2107 допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло касательное столкновение с движущимся во встречном направлении легковым автомобилем ВАЗ-2115, после чего произошло столкновение также с движущимся во встречном направлении легковым автомобилем Hyundai Accent. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2107 от полученных травм скончался. Водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля Hyundai Accent получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются причины и условия, сопутствующие совершению дорожно-транспортного происшествия. Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать требования правил дорожного движения.
6 декабря сотрудники и ветераны подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД отметили свой профессиональный праздник. Со времени создания специальных подразделений проведено множество успешных операций, целью которых является пресечение деятельности наркогруппировок, действующих как на территории нашего региона, так и страны в целом, а также и на транснациональном уровне. 6 декабря отмечают свой профессиональный праздник сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы Министерства внутренних дел Российской Федерации. Специальные подразделения появились 6 декабря 1991 года. Основными задачами этой службы являются борьба с преступными группировками, занимающимися незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, обнаружение и ликвидация каналов распространения, пресечение деятельности нелегального производства наркотических средств. Специалисты подразделения не только контролируют оборот психотропных веществ, но и ведут борьбу с незаконным насаждением растений, из которых производится наркотик. Также осуществляют контроль за безрецептурной продажей сильнодействующих препаратов. В подразделениях проходят службу высококвалифицированные специалисты, чьи профессиональные знания и опыт способствуют выполнению задач по выявлению и пресечению этих преступлений. «29 декабря 2021 года вступает в законную силу Федеральный закон РФ о внесении изменений в Федеральный закон о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. О каких нововведениях должны знать граждане, прибывшие в нашу страну, и как теперь иностранцы обязаны проходить регистрацию, мы поинтересовались у сотрудника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области Анастасии Дарвиной». 29 декабря 2021 года вступает в силу 274-й федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации, в соответствии с которым иностранные граждане, в том числе несовершеннолетние дети в возрасте от 6 до 18 лет, прибывшие в Российскую Федерацию на срок свыше 90 дней, обязаны пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Данную процедуру иностранные граждане проходят однократно. Для того, чтобы ее пройти, иностранные граждане должны обратиться в территориальный орган Министерства внутренних дел в сфере миграции, либо в уполномоченную организацию, предоставить для этого документ, удостоверяющий личность, и медицинское освидетельствование. Что касается медицинского освидетельствования, то здесь также иностранные граждане, которые прибывают с целью осуществления трудовой деятельности, обязаны пройти медицинское освидетельствование в течение 30 календарных дней с даты въезда. А иностранные граждане, которые прибывают с целью въезда, не связанные с осуществлением трудовой деятельности, обязаны пройти медицинское освидетельствование в течение 90 дней с даты въезда. И вот эти все вышеуказанные требования не распространяются на граждан Республики Беларуси и детей в возрасте до 6 лет. Если иностранные граждане не проходят обязательную дактилоскопическую регистрацию в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, то в отношении таких иностранных граждан может быть вынесено решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации либо выдворения. На минувшей неделе начальник Донского главка МВД Олег Агарков принял участие в торжественном открытии модернизированного здания областного МРЭО УГИБДД. В Ростове-на-Дону состоялось торжественное открытие модернизированного здания МРЭО Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Ростовской области. Сейчас здесь разделили транспортные потоки для прохождения осмотра автомобилей, построили новую площадку. Важно, чтобы граждане получали государственные услуги качественно, своевременно и в хороших условиях. Мероприятие началось с торжественного перерезания ленты. Затем начальник управления ГИБДД Главного управления МВД России по Ростовской области полковник полиции Олег Багун провел обзорную экскурсию по модернизированному зданию МРЭО. Продемонстрировал новую площадку для сдачи экзаменов на мототранспорте, а также парковку для прибывающих ростовчан и жителей области вместимостью 150 автомобилей. После модернизации смотровых площадок по МРЭО были разделены транспортные потоки. То есть осмотр транспортных средств, прибывающих на регистрацию. Отдельно легковые, отдельно грузовые, отдельно автобусы. Но улучшились комфортные условия пребывания и ожидания граждан, которые прибывают для получения государственной услуги по регистрации транспорта, по экзаменации. В течение 15 минут я сегодня поставил машину на учет. Все сотрудники грамотные, вежливые. Раньше ставил машину на учет, по времени намного дольше занимало.
особое внимание было уделено гражданам с ограниченными возможностями. В здании появились специальные места для проведения приема лиц данной категории. Все эти изменения направлены на повышение качества предоставляемых услуг, сокращение времени ожидания в очереди и для удобства граждан. 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Значимая дата посвящена всем тем, кто был удостоен самых почетных государственных наград, доблестно неся свою службу. В этот день сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Ростовской области с особым трепетом чтят память коллег, кто выполнил свой долг ценой жизни. Память о погибших сослуживцах бережно хранится в сердцах донских росгвардейцев. В подразделениях ОМОН и вневедомственной охраны есть свои доблести, отваги и мужество в лице товарищей, павших в борьбе с преступностью. Одним из них является боец таганрогского ОМОН Роман Шишкин. Летом 1996 года он, находясь в служебной командировке в Северокавказском регионе, в течение 6 дней отражал атаки террористов в составе боевого охранения. 10 августа, подавляя огневую точку противника, он получил смертельное ранение. Также олицетворением отваги и мужества стал сотрудник вневедомственной охраны Иван Шаховой. 8 сентября 2013 года в Аксае он вместе с напарником при патрулировании города заметил в лесопосадке свет ручных фонарей. Сотрудники остановились для выяснения обстоятельств, однако неизвестные открыли по ним огонь. Иван Шаховой погиб на месте, его коллега Алексей Лагода был ранен в руку, но смог открыть ответный огонь и вызвать подкрепление. Бдительность и мужество сотрудников вневедомственной охраны способствовали задержанию банды, которая много лет совершала разбойные нападения и убийства на территории Ростовской области. За проявленную самоотверженность Роман Шишкин и Иван Шаховой были посмертно награждены орденами мужества. Память о героях-правоохранителях увековечена в названиях улиц в Таганроге и Аксае, а также в их честь установлены именные парты героев в школах этих городов. Как и многие другие, они поступили на службу, присягнув на верность своей родине. Дали клятву с честью выполнять свой долг, защищать закон и порядок. И до конца остались верны своему слову. День Героев Отечества – это день доблести и мужества, который символизирует уважение к подвигам наших коллег, пожертвовавших собой ради безопасности жителей региона и страны в целом. И главная задача всех поколений – охранять память о них. А на сегодня это все новости, которые мы успели вам рассказать в рамках программы «Закон и город». В студии с вами была Елена Ветрова. Всего вам самого доброго. Берегите себя и своих близких. До свидания.